братья и сестры, Иисус воскрес! Воистину воскрес! Иисус воскрес! Воистину воскрес! Братья и сестры, я хочу вам прочитать 18 глава от Матфея, 13 стих. Иисус сказал: «Я пойду также к своему отцу, потому что я вас тебе больше, я с вами буду всегда, потому что вы будете со мной на небе. Я приготовил ему место Иисуса на вас». Вот еще так, в чем это написано? Братья и сестры, в чем это написано? Говорится так, что Бог может пойти. Вот сейчас, смотрите, раз пришел Бог, взял папу на небо, меня на небо и все. А Лилю и Алешу не взял. А почему, братья и сестры? Потому что Алеша и Лиля сейчас хихикают над дочкой Тиме. И ногу себя Алеша же одевается, как стадион. Братья и сестры, вообще-то надо сказать так. Иисусу помолиться и сказать так: «Господи, прости меня грешника, чтобы мы больше не грешили». Мы точно петь будут псалмы и благоволение. Почитаю 13 стих. И говорит Иисус: «И так же я приду опять за вами и возьму вас, потому что я вам приготовлю место, кто будет нам в небесах». Братья и сестры, вот скажите вам, пожалуйста, если мы будем поступать хорошо, будем говорить: «Мы хорошие!» А на самом деле они плохие. На самом деле они плохие. Братья и сестры, Иисус берет наше небо. Братья и сестры, если вы хотите целиком на небо попасть, то надо долго шушаться маму, не обижать платиков, и тогда это долго грешная земля. И когда Бог придет, то целиком пойдешь на небо. Вспомните по Лилию, как огненная колесница спустилась и взяла ее. Как он попал? Целиком или нет? Целиком, да? Целиком. Целиком, правильно. А второй дядя, он не попал на небо, потому что еще ему надо много делать добро, да? Братья и сестры, еще можно сказать, Иисус Христос наш учитель Христос, да? Правильно сказал? Да. А еще можно сказать, Иисус есть Сын Божий, Он нас возлюбил. О, какое счастье, Бог есть любовь, о, Он нас возлюбил. Правда? Мы поем такой сон, да? Когда мы ездим, когда человек умирает, Бог попадает на небо, да? Мы попадаем на небо, да? К Богу, да? Попадаем, да? Но мы уже там веселимся, там не будет лава. Но когда Иисус придет, Христос, на землю, к нам, где-то на землю, эти хвостики забьют хвостиками, а хвостики тогда сгниют, и гробы откроются, земля откроется, и будет человек. И пристанет к с Господом, и Бог откроет большую книгу и скажет нам: «Ты хорошо делал». И мы тогда на небо попадем, братья и сестры. И если Бог не скажет: «Нет, ты хорошо», я уже будет поздно. Надо было молиться, просить у Бога прощения, пока он не пришел.